Это есть вещи, которые палочками есть удобнее. Некоторые виды лапши или спагетти, потому что не нужна ложка с вилкой, только палочки в одной руке. Также ими удобно брать или выковыривать что-то нужное в некоторых блюдах, состоящих из мелких штук. Чувак, спагетти? Спагетти. Берешь вилку, тыкаешь ею в спагетти и вот так вот пальцами крутишь. Одной рукой это делается. Или, по-твоему, спагетти едят при помощи вилки и ножа, как бы вот так вот режут, да? Фиксируют и режут. Так ты видел, да? Повторяю, вот смертельный, блядь, номер, как бы просто вот сальто, блядь, морталия в твое, блядь, ебали. Хуяк, блядь, тыкаешь спагетти и вот так вот крутишь вилку. В итоге у тебя огромный нахуй шмат этой самой спагетти оказывается на вилке. Дальше ты ее отправляешь в рот. Часть этого спагетти, если его слишком много, ты можешь сбросить в тарелку. Можешь с вилки его снимать ртом, блядь, частично. У тебя для этого есть зубы. Ты можешь его откусывать. Значит, если у тебя такая же проблема со зрением, как у меня, и ты боишься вилкой пёзнуть себе по зубам и их все обколоть, пользуйся пластиковой либо деревянной вилкой. Ёбаный твой рот, блядь. Нет вещей, которые удобнее есть палочками. Успокойтесь, блядь. Вы слишком много смотрите аниме. Вы, блядь, слишком много, повторюсь, смотрите ебаного аниме. Любую еду проще есть нормальными столовыми, сука, блядь, приборами. Вилкой, ложкой и ножом. При этом, как правило, достаточно чего-нибудь одного, и нож для большинства вещей не нужен. Нужен, когда ты кушаешь стейк. Он даже для котлеты не нужен, блядь. Стейк, цельное мясо. Как ты, блядь, при помощи палочек будешь есть стейк, скотина, блядь? Что ты с ним сделаешь? Одну палочку ты засовываешь себе в очко, а другую в уретру, а после этого берешь стейк руками. Это все, что ты сможешь сделать со стейком при помощи, блядь, китайских палочек. И поэтому среди столовых предметов у нормальных людей есть, блядь, столовый нож. Ёб твою мать, блядь. Анимешники, успокойтесь. Не существует еды, которую проще есть палочками. Вы просто оправдываете свое говноедение и фартхафинг, блядь. Все нахуй, не нужны палочки. Нет такой еды, которую палочками есть проще.